Всем доброго времени суток, с наступающим Новым годом, с наступающим новым 2018 годом, годом собаки. Сегодня у нас маленький сюжет, видеообзор шубки. Видеообзор, он же лот. Лот номер 3. На лот номер 3 к нам попала вот такая шубка. Мех норка, расцветка коричневая, называется махагон. Мех очень толстый здесь, густая подпушь и длинная ось. Самец зимний. Если вы смотрели прежние лоты, то вы уже немножко разбираетесь. Застежечки у нас в виде крючочков. Фасончик курточкой. По бокам у нас идут кармашки. Внутри снизу кулисочка, можно немножечко подтянуть. И капюшончик, глубокий капюшончик. Для тех, кто не любит носить шапки зимой, очень хорошая защита от холода. Давайте посмотрим сбоку. Сбоку у нас все аккуратненько. И по спинке, пожалуйста, посмотрите. Мех очень хороший, ровненький. Давайте посмотрим сейчас, какая длина у этой шубки. Сейчас я посмотрю, где у меня здесь сантиметр. Пожалуйста. Давайте посмотрим длину шубки. Так, длина шубки 70 сантиметров. Это, в принципе, все закрывает. То есть все закроет. Тепло будет в ней. Размерчик небольшой, молодежный. 42-44. Так, ну давайте потихонечку перебираться к самому интересному. Это к ценам. Посмотрим, почем же у нас эта шуба стоит. Сколько на ценнике стоит цена какая. Так. Цена за данный лот розничная, без скидки, 59 тысяч рублей. Шубка с капюшоном коротенькая. И теперь наше спецпредложение. Специальное предложение. Пожалуйста, обратите внимание, если шубка понравилась, обязательно отписывайтесь в личные сообщения. Цена со скидкой по спецпредложению лот номер 3, цена 35 тысяч рублей. Этот лот вы можете купить за 35 тысяч рублей. Если вы придете к нам на примерку в магазин и захотите померить эту шубку, сообщите, мы хотим посмотреть лот номер 3 померить по 35 тысяч рублей. Я шубку эту вам дам померить. Посмотрите, померите и примите свое решение. Снизу я, как и обычно, поставлю опросничек снизу, где вас спрошу, заинтересовала ли вас модель, или она не в вашем вкусе, или, может быть, вы будете ждать следующий лот. Дальше играем. Вот. Буду рад видеть вас в нашем магазине. С наступающим вас 2018 годом еще раз. Одеваемся по-модному. Михаил.